Здравствуйте, я Неволина Елена Александровна, учитель русского языка и литературы, эксперт по проверке заданий ЕГЭ, приветствую вас на моем канале. Навык успешного выполнения заданий ЕГЭ формируется при систематических тренировках. Записывайтесь на мой курс подготовки к ЕГЭ по ссылкам после видео. В этом уроке вы узнаете, каковы основные черты художественного стиля речи. Художественный – это книжный стиль, который используется в произведениях художественной литературы. Задача этого стиля – нарисовать словами картину, выразить отношение к изображаемому, воздействовать на чувства и воображение читателя. Особенности художественного стиля – высокая образность, эмоциональность и экспрессивность, содержательная многоплановость. Каковы речевые особенности художественного стиля? Речевая особенность номер один – неоднородность лексического состава. Книжная лексика в художественном стиле может сочетаться с просторечной, с разговорной, с диалектной и другими видами лексики. Пример такого сочетания книжной и разговорной лексики вы видите на экране. Вторая речевая особенность – активность многозначных слов всех стилевых разновидностей речи. Пример такой активности многозначных слов на экране. Речевая особенность номер три – больше использование конкретной лексики и меньшее абстрактной, минимум родовых понятий. На экране вы видите совет известного писателя Константина Федина начинающим авторам о том, как писать. Четвертая речевая особенность художественного стиля – широкое употребление эмоциональной и экспрессивной лексики, синонимов и антонимов. На экране вы видите пример употребления контекстных антонимов. Речевая особенность номер пять – разнообразные и многочисленные средства художественной выразительности всех стилей речи. Художественный стиль характеризуется следующими выразительными средствами – тропы, обороты, в которых слово или выражение употреблено в переносном значении, метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет и другие, фигуры речи, анафора, антитеза, градация, инверсия, параллелизм, риторический вопрос и другие. Фонетические средства – ассонанс, аллитерация. В поэтическом произведении – рифма, ритм. О каждом из средств художественной выразительности мы расскажем в наших других видеоуроках. На экране вы видите пример текста, в котором определяются признаки художественного стиля речи. В художественном стиле встречаются все типы речи, жанры художественного стиля – рассказ, повесть, роман, поэма, стихотворение, баллада, драма, комедия, трагедия и другие. По ссылке после видео вы можете скачать таблицу с основными признаками художественного стиля речи. А на следующем уроке мы обсудим основные признаки разговорного стиля речи, которые необходимо знать, чтобы выполнить первое задание. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал.